Зачем? Я ее смотрю по новой. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. О, я теперь не могу это Well, пропустить. technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Croft. Ой, я паузу нажал. Or leave Не то, Croft. что я хотел. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about О, this. придется по-новому Why are we посмотреть, even ладно. trying to survive, to keep on living, if this is what it takes, if this is what it's turned us into? I don't make the rules, Anna. Доктор, I'm begging you. Я не уверен, что нам дают что-то, но Please раз нам дают остаться тут, help me. то One day, when things are different, you can try что again. еще мы тут Now, можем today, сделать, интересно? we have to do this. Ну, стандартно все, да. Собственно, с него все и началось, да? Изнутри пошло заражение. Понятно. Так, ну что ж тогда делать-то? Тут что? Probably haven't worked in months. Just a bunch of papers. No safe Просто бумаги. Combination. Комбинации от сейфа нет. А, мне же комбинацию от сейфа нужно найти. Или они знают. А, ну они же знают комбинацию от сейфа. Not working. Я пытаюсь найти какие-то свидетельства копировальной машины, но смысла в ней нет. Пытаюсь найти какие-то свидетельства родителей в Клементин. Later, Но, похоже, мне просто нужно уходить. Да, это все осталось после того, как эта женщина запорола доктора. Ладно, уходим отсюда. Возможно, если бы тут была Клементин, было бы какое-то свидетельство о ее родителях. Хотя сомневаюсь. Хотя, возможно, нам можно было там где-то найти... Так, а тут что? Комбинацию Логан. Должно быть, это его... Еще одна кассета. Так, ну-ка давай посмотрим. Интересно, девка пляшет. Какой долгий эпизод, да? Так, ну что? Я так и думал. Как бы это хорошо ни было, мне нужно закончить. Это последний раз, когда я даю тебе эти лекарства. Почему? Оберсон тут постоянно вынюхивает, я не могу рисковать. У нас же была сделка. Да, именно была. Моей сестре нужны эти лекарства. Без них она умрет. Или у нее появятся симптомы, и ее заберут. Не могу позволить этому происходить. Извини, Молли, я сделал все, что мог. Я должен с собой еще присматривать. Way, да, это путь Кроуфорда, да? Когда она начала его пинать, я так и подумал, что он либо изнасиловал, либо просто пердолил. Одно из двух. Так, ну хорошо, ладно. Все понятно стало. Но это, в принципе, было довольно очевидно. Что их что-то такое связывает. Все, давайте выбираться уже отсюда. Господи, ты меня напугала. Ты где была? Высматривала. Я бы забрал аккумулятор. А, да, насчет этого. Да я просто шучу. На, держи.
What's that? Это что? Nothing. Ничего. Я знаю, что ты из Кроуфорда. Что? Кто тебе сказал? Я видел тебя на записи. Зачем ты мне лжешь? Я сказал, что были истории насчет Кроуфорда. Я не говорила, что я знаю их. Я тебе никогда не врала. Да и что вообще, я тебе ничем не обязан. Ты спасла мне жизнь дважды, но не можешь сказать правду? Нам что, это сейчас действительно нужно? От тебя зависит? Я жила здесь со своей сестрой. Ей было 14 лет. Когда мертвые начали ходить, хорошая сделка все выглядела. Мы были в безопасности, все, что нам нужно было, у нас было. Потом правила начали меняться. Моя сестра была диабетиком, и Кроуфорд считал, что она... Я держал это в секрете, держал ее в безопасности настолько долго, как могла, но в конце я не смогла защитить ее. Так я выбралась. Они всегда говорили о том, как их система работает, как это лучше, чем стать одним из них. Но я вижу, во что они превратились. Я бы хотел это увидеть до того, как стало слишком поздно, но до того, как я потерял свою сестру. Это все, что у меня осталось от нее. Я понимаю. Я понимаю. Она красивая. Какого черта? Это, похоже, наш путь выбраться отсюда. Черт, Бен. Что ты делаешь? Кенни и я до сих пор не можем открыть дверь. Он послал меня присматривать, найти что-то, чтобы мы могли выломать. Нашел это. Бен, где ты это взял? Ой, дебила. Я нашел. Закрыл его в двери. В конце холла. О, нет. Ой, дебил. Ну... Молли, ты зверь. Ну, блин, надо бежать. Давай, давай, побежали. Хороший выстрел. Потом поблагодаришь. Побежали. Бен, нужно бежать. Бен, шевели жопой. Ох, Бен. Какого хрена происходит? Они идут. О, черт. Это их сдержит. Конечно, но как мы выберемся? Через оружейную. Осталось дверь открыть. Давай, открывайся. Это моя вина. Все моя вина. О чем он бнит? Бен, мы об этом говорили. Нет, подожди. Я знаю, что он имеет в виду. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что твоя вина? Кенни, мне так жаль. Мне так жаль. У нас нет времени для этого. Извини, Ли, я не могу больше так. У него есть право знать. Ну, дебил, что узнать? Это все я. Поставил нас в опасность. Катя и Гусь, это все я. Все я. Подожди минуту. Что ты говоришь? Это я заключил сделку с бандитами. Поставлял им припасы. Потом они нас атаковали. И тогда гусь. Позже ему жопу напинаешь. Нужно сфокусироваться. Тех, конец, понял? Моя жена и ребенок. Из-за тебя их убили. Кенни, слушай меня. Потом напинаешь ему задницу. Сейчас нужно убираться. Хорошая у вас группа. Не время, Молли. Если этот засранец думает, что он на мою лодку попадет после всего этого, он ошибается.
Позже выясним. После того, как выберемся отсюда. Нечего выяснять. Я просто сказал, как будет. Лодка недостаточно большая для всех нас. Кому-то придется остаться. Но вот этот засранец точно. Я тоже за, чтобы его бросить. Ты все поставил под риск. Извини, Бен. Я должен делать то, что лучше для группы. И мы тебя бросаем. А что насчет остальных нас? Вот что. Может, пойдем уже? Вернон, пойдем. Из этого Бена скоро убьют и Клементину, уже убили и Гуся, уже убили Катю, уже убили Карли. Пошел он в жопу. Остаешься нафиг. Да, блин, закрой эту дверь. Все, что осталось от оружейной. Несколько патронов, вот и все. Ты не закроешь эту дверь? Я не могу, замок разломан. Отлично, просто отлично. Отсюда должен быть путь. Здрасте. Закрывай. Закрывай. Это не продержится долго. Обратно наверх. Ли, смотри. Давай. Давай. Аккуратно. Сколько патронов-то? О, нет, блин, Кенни, помогай. Помогай, Кенни. Давай. Не успел. О, кишки. Офигеть. Давай, раз. Два. Да, блин, не успеваю. Нет, нужно после первого раза убить двоих. Фу, так, ладно. Что ж никто не помогает-то, а? Раз. Два. Давай. Далеко, давай. Давай, пошел. Стреляй в пол, если там все развал... Ох ты, елки-палки, сверху еще. Помогайте, ребятки, помогайте. Получи, тварь. Ай, хорошо, давай. Упал. Топорик. Бежим. Давай. Путь есть отсюда? Это ведет на крышу. Может, найдем путь оттуда? Вы же с железной дороги не пришли отсюда? Да, что? Неважно. Я вижу канализацию. Можем отсюда справиться. Так чего мы ждем? Пошли. Уф, неужто оторвались? Бен, пойдем. Так вот в чем дело. Давай, Бен, я тебя держу. Бен, тянись наверх.
Ты можешь. Времени нет. Вам нужно идти. Хватит. Пойдем, давай, тяни. Отпусти. Вытаскивай отсюда остальных. Ли. Ли, мы оба знаем. Отпусти меня. Хрен с два. Ты спас жизнь Бена. Зачем? Пошел, пошел. Фу, блин, это какой-то кошмар был. Омид? Омид? Клементин? Ты еще что тут делаешь? Ну, слава богу. Ты вернулся? Я же сказал, что вернусь. Нашел моих родителей? Нет, не нашел. Извини. Я смотрел, но... Нет. Клементин, что произошло? Одна из этих штук попала внутрь. Попыталась полезть наверх, я остановила. Наверх, Амид. Ты хорошо справилась? Очень хорошо. Как бы нам проверить Амида, а? Пойдем. Криста? Все в порядке? Амид. Он мертв? Криста, назад! Не надо было тебя покидать. Извини. Криста, отойди от него. Эй, мы же вернулись. Мы принесли тебе лекарство. Хорошо, мне бы пригодилось. Ты в порядке? Ты выглядишь хуже, чем я. Мы из-за этого засранца чуть не пропали там. Нужно было его покинуть, пока был шанс. Что там произошло? Пусти кто-нибудь другой скажет, у меня работа есть. Ладно, немного удачи, и скоро ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Я здесь останусь на несколько часов. Дай мне знать, если что-нибудь узнаешь. Спасибо, док. Да, большое спасибо. Может, теперь хорошее время для тебя и меня поговорить наедине. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я рад, что Бри померла за что-то значительное. Знаешь, что самое худшее? Что? Я ничего не чувствую. Ну, не то, чтобы я очень сильно почувствую. Должно ли было сломать меня то, что с ней произошло? Раньше я чувствовал что-то, когда я терял дочку, я терял друзей. Но теперь... Теперь вроде как мир такой. Просто пора привыкнуть. Никаких эмоций. О чем ты хотел со мной поговорить? Я знаю, что ты беспокоишься, Клементин. Все это видят. И я знаю, что ты лучше для нее. Это твой план? Поместить всех на лодку? Без назначения? Ты правда думаешь, что это хороший план? Я не думаю. Я хочу сделать тебе предложение. Какое предложение? Я возьму ее и заберу. У нас много припасов, хорошо спрятаны. Теперь Кроуфорда нет, и бояться нечего. Она будет с нами в безопасности. Я просто уходи, верно. Я
Просто уходи. Я знаю, что ты думаешь, что лучше для нее. Но если бы ты был ее реальным отцом, у нас даже разговора этого не было. Но нет, ты не ее отец. Все бы тебе сказали, но раз никто не говорит, я тебе это скажу. Эта маленькая девочка — моя забота. Мы через больше прошли, чем ты можешь предположить. Если кто встанет между ней и мной, будет мертв. Понял? Руки убрал. Тут не только Ли спасение, Клементин. Тут уже и Клементин спасение Ли, он без нее крыши поедет. Ты вообще в центре города оставляй. Да что, с ума сошли, что ли? Достаточно глупо, по-моему, это, прятаться. Лучше в природу куда-нибудь убраться уж. Hey, going somewhere? Эй, куда ты направляешься? Да, я ухожу. Просто хотел сказать спасибо за все. Было весело. Ты должна пойти с нами. Кенни работает над лодкой. О чем ты говоришь? Я думал, ты с нами пойдешь. Ты же это заслужила. Да, я тоже так думала. Но сейчас это не для меня. Слишком много народа. И я никогда не любила воду. Ты уверена? Я уверена. Мне всегда по себе было в одиночку лучше. Слушай, я не умею прощаться. Другим из меня скажешь? Хорошо. Береги себя, Молли. Ты тоже, Ли. И позаботься о девчонке. Ты знаешь, что она думает исключительно о тебе. Удачи. Тут не только удача. В смысле, не тут не только удача, а не в удаче дело, говорит. Кенни работает над лодкой, я знаю. Что мы будем делать, после того, как он ее починит? Куда мы пойдем? Куда-то еще. Лучшее место. Клем, дорогая, что произошло? Бен будет в порядке. Он выглядит другим, как мы вернулись. Он через многое прошел. Он маленько перегружен, это все. Я думаю, он будет в порядке. До того, как мы уедем, мы успеем посмотреть моих родителей. Поискать. Соврем, да. Да, посмотрим. Правда? Ты отведешь меня в Крофорд, и мы сможем посмотреть. Я знала, что ты не хотел этого на самом деле. Извини. Ну, замечательно. Клементин. Она рацию забрала, она пошла в одиночку искать. Твою мать! Офигеть. Клементин? Клементин! Господи.
А где все-то вообще? Клем. Ее рация. Ух ты. Запачкал. Нет. Его укусили. Ли? Ты там? Ли? Твою мать. Ты что, с ума сошел? Ты что ты сделаешь? Показать. Не будем прятать. Что происходит? Чья это кровь? Это моя. О, Господи. Не может быть. Да не может быть. Времени нет обеспокоиться обо мне. Клементина исчезла. Может, она просто пошла гулять? Да не может быть. Да кто ее забрал? Я не знаю. Последней ночью Верн пришел ко мне и предлагал взять ее с ним. Сказал, что ей так лучше будет. Сукин сын. Я знал, что мы не можем доверять этому уроду. Где бы она ни была, я должен найти ее. Хорошо, от нас что тебе нужно? Я один пойду. Это моя ответственность. Не буду заставлять вас рисковать вашими жизнями. Должен один с этим справиться. Мы все ответственны за Клементин. В твоем состоянии. Ты можешь не справиться вовремя. Ей нужна наша помощь. Верно. Мы не позволим тебе это делать в одиночку. Все решено. Спасибо, ребята. Я ценю. Правда. Твою мать! Ли, парень, ты знаешь, что я беспокоюсь за Клементин. Я христианин. Но я спрашиваю себя, это я прошу тебя о помощи? Для меня бы ты то же самое сделал? Да пошел ты нахрен. Дашь умереть этой девочке? Из-за наших споров. Делай, что хочешь, засранец. Ты мне ни разу в спину не прикрывал, насколько я вижу. С самого начала ты никогда за мной не присматривал. Так что извини меня, если я не прогибаюсь под тебя, чтобы тебе помочь. Что насчет тебя, Бен? Я не знаю. Как ты думаешь, что лучше? Оставайся в лодке. Не беспокойся за меня. Важно, чтобы ты выбрался отсюда, попал в безопасность. Хорошо, если ты этого хочешь. Может, это к лучшему? Это даст мне шанс поговорить с Кенни, выяснить некоторые вещи. Как-то я должен все правильно сделать. Ты хороший парень, Бен. Будешь в порядке. Похоже, только я и вы, ребята. Нужно найти Вернона. Может, он забрал. Я лодку пока поставлю на речку. Подожду вас как минимум до темноты. Из-за этого не могу поручаться. Не уверен, что он попадет на реку. Ладно, парни, пошли. Это же далеко не последний эпизод. Как мы укушенными будем жить-то, елки-палки. Мы не будем жить, это хана, Ли. Это офигеть. Вот это поворот. Офигеть. Игра не перестает удивлять. Где все припасы-то?
Отлично. Морг пустой. Где они? А что там Вернон говорил про то, что это ты на поезде приехал? А, неважно так. Похоже, они в спешке ушли отсюда. Вернон, выходи. Трабл... Ой, проблем не должно быть. Все, что я хочу, это девочка. Отдай ее назад. Никто не пострадает. Что там происходит снаружи? Да чё там такое? Ли? Клементин? Ты в порядке? Где ты? Вернон, ты сукин сын. Привет, Ли. Куда ты ее взял? Это не Вернон. А ты за тоном следи. Клементин в порядке. Если бы я на твоем месте был, я бы слова подбирал очень внимательно. Пожалуйста, не вреди ей. Офигели, что ли? Блин, я хочу 5-й эпизод. Вот это поворот, офигеть. Фу. Ну, что я могу сказать? Ну, это просто, блин, с ума сойти. Это офигенно. Это, по-моему... Но все-таки предыдущий эпизод больше шокировал. Там столько было выворотов мозга. Но этот был очень именно крутой. Он, по-моему, где-то на треть дольше, чем предыдущий. И при этом было достаточно много действий, очень много диалогов. Но видите, как под конец все получилось. Мальчика на чердаке застрелил я, и не так много народу, 20% от игроков всего. Так. Я честен, как это 73% игроков был с Верноном, когда мы разговаривали. Так, Клементин. Тоже большинство народу брало с собой, но я ее оставил, потому что его нефиг ребенку. Бену мы не дали умереть, и больше половины не дали умереть ему тоже, потому что, несмотря на то, что благодаря ему, так сказать, погибло столько народу, считай, посчитайте, Карли погибла, Гусь погиб, погибла Катя, погибла вот эта вот новая Бри, девочка. Да блин, сколько народу вообще? Чак, по сути, тоже, потому что в этот пришлось уехать, потому что он покинул Клементин. Короче, просто, я не знаю, это какой-то ходячий кошмар, но тем не менее мы оставили его в живых. Так, ну и кроме того, практически все показали, ну то есть две трети игроков, вернее три четверти показали, что их укусили остальным членам группы. Ну и что, это был прекрасный эпизод, надеюсь, вам понравилось. Так, с кем-то Кенни пошел, Кенни оказался просто засранцем каким-то. Можно было вообще всех с собой взять, но я предпочел не так много народу с собой брать, как видите. Не знаю, как это отразится в будущем. Но, тем не менее, интересный такой поворот, просто под конец, на самом деле, такой клиффхенгер. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.